Здравствуйте! С вами новый проект РХГА-ТВ «Избранные истории». 22 апреля 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина. Это удивительная фигура, это уже целая мифологема, очень значимая для российской истории и для оценки прошлого, и для оценки сегодняшнего дня. Что же это за человек такой, вот этот Владимир Ульянов? Угу. Почему на нем сошлись какие-то линии истории? Что в нем было уникального? Что он сделал для России? Действительно ли он это сделал для России? Или это какие-то силы его подхватили и понесли? Дмитрий Кириллович, что вы скажете? Вот ваше, ну, скажем так, первый обобщенный взгляд. Ленин, кто это? Ну, конечно, это выдающаяся личность. И, ну, пользуясь, если гегелевскими терминами, всемирная историческая личность. И, конечно, это тот человек, который что-то сделал, да, от него осталось в истории, бесспорно. Другое дело, с каким плюсом, плюс, минус. Ну, вы знаете, точно так же мы и о Наполеоне можем сказать, и плюс, и минус, и так далее, и тому подобное. И я хотел бы обратить внимание на то, что, конечно, совершенно, ну, как-то незаслуженно мы сейчас избегаем темы юбилея Владимира Ильича Ленина, там коронавирус там, и что-нибудь еще, все это. Но она, собственно говоря, и, ну, как бы не готовилась, или даже, мне каком-то кажется, искусственном смысле гасилась эта тематика. Вот. Ленин не заслуживает этого. Да. Не только Ленин этого не заслуживает, потому что это действительно всемирная историческая персона. Более того, когда мы пытаемся закрыть глаза на события нашей истории, мы чего-то никогда не поймем в себе, вот в своей нынешней ситуации. То есть на Ленина нужно смотреть, чтобы понять, что с нами происходит, что случилось с Россией. Абсолютно верно. Это такая страусиная позиция, что, ну, или спрятать голову в песок, ну, или отвлечь внимание, так сказать, народа на какие-то другие вопросы, тогда действительно мы себя не поймем. Вот. Но, а то, что Ленин мифологизирован, да, бесспорно, то есть советский Ленин, конечно, это в определенном смысле миф. Ну, как, в общем, наверное, и каждая великая историческая личность мифологизируется. Когда был, ну, Ленин маленький, с кудрявой головой. Ну, да, много, да. Володя Ульянов, да, кудрявый, на значке «Октябрёнка». Ну, это такие интересные детали его личности. Да, ну, потом началось в 90-е годы охаивание, оплевывание, чернуха такая либеральная полилась на Ленина. Вскрылось многое, да, из того, что вот было, что вовсе он не такой вот добрый мальчик и не такой добрый дядя. Ну, обычно политики не являются добрыми мальчиками, добрыми дядями. Они, как правило, хваткие, хитрые, ловкие и, как говорится, хитрый, умный, плотоядный, да, этого не отнять, очевидно, у него. Ну, а современные — это вот болтовня по телевизору, шпиономания, заговоры, там, что вот эти деньги дали Ленину, здесь он предал. Ну, конечно, он, как и большинство политиков, не являлся морально чистоплотной личностью и в определенном смысле, ну, предал страну. Но просто он человек идеей был, но это не была идея национального служения, не была, тем более, так идея православного служения. Ну, в каком-то смысле он был захвачен идеей революции. И когда мы говорим, что вот это из советского строя вышел идейный человек, идеи разные бывают. Гитлер тоже идейным человеком был. Вот. Но он служил этой идее, и, может быть, в том, что как раз он был избран историей, и какая-то идея его выхватила, а вот идея, наделенная, ну,
так, может, мифологически, для тех, кто не знаком с богословием, прозвучать идея, наделенная волей и умом своим, ну, как бы, какими-то личными чертами, ангелом называется. И, конечно, вот, так сказать, он служил этому ангелу революции, и ангелы революции помогали ему за это бесспорно, да, произошло. Ну, может быть, это слишком богословски вот звучит, но мне кажется, что если перейти на такой более вот культурологический формат, в Ленине сошлось несколько нитей не только мировой истории, но и специфически русской истории. Если говорить о мировой истории, то Ленин, ну, хотя мы считаем его основателем нашего государства, но в первую очередь он разрушитель империи, он великий революционер. Революции – это феномен эпохи модернити. Мы не можем понять эпоху модернити вне революционного контекста. Революции сначала мифологические, на уровне того, что человек – это творец себя, потом религиозные – это реформация, потом это политические революции, рушатся монархии и так далее. Мы видим становление современных государств. Параллельно идут экономические революции. И вот возникает представление о том, что мы можем сделать некоторую революцию, которая перебросит нам мост из этого царства, где один человек угнетает другого, в мир идеального общества. Вот такова социалистическая, коммунистическая революция. Это один из таких мощнейших проектов современности. И придумано Марксом было, который там от других от этих отталкивался. И Ленин, конечно, на острие этого проекта. Это мировая тенденция. Но в начале 20 века было большое брожение идей. То есть не только идеи вот в ленинском изводе были. Были, не знаю, десятки, сотни идей. Ну, десятки, сотни, именно, да. Это. Было несколько идей, сработало это и сработало именно в России. Да? Ну, посмотрите, что делает Ленин. Он очень сильно меняет классический марксизм. Дело в том, что и мир к этому времени поменялся. Ну, собственно, у них разница с 50 лет-то всего с Марксом. Вот недавно 200 лет мы Марксу отметили. Тоже совершенно замолченный факт. Хотя марксизм, ну, как ни крути, мир поменял и продолжает на него влиять. А уж нашу страну-то, так как Маркс с Лениным поменяли, я не знаю, что только, может быть, Владимир Святой там, вот, и вот та программа, которая благодаря нему цивилизационная развивается. И он говорит, что не во всех странах одновременно самых развитых будет произведено, а где-то в одной стране, которая кучерявым языком, самое слабое звено в цепи империализма, а капитализм уже к тому времени стал другим. Вот то, о чем Ленин пишет, Ленин и Роза Люксембург, это империалистическая стадия. Нам она достаточно сейчас понятна. Мы тоже вот в этой империалистической стадии, когда промышленный и финансовый капитал сливаются друг с другом, и возникает финансовая олигархия. Вот эти транснациональные корпорации, которые сейчас имеют бюджеты больше, например, чем бюджет Российской Федерации, это вот развитие вот этого империалистического этапа, но уже в условиях новых, так сказать, информационных технологий, в условиях виртуальных денег, которых в то время, когда писал Ленин, еще не было. Но это экономика с политикой. А Ленин сыграл на струнах, может быть, бессознательно, очень такого глубинного мифа, затронул мифологему какую-то очень глубокую, к самому архетипу русской души он обратился. А в чем это заключается? А мы позже вошли в мировую историю, ну, в историю христианских народов, и как бы вот в таком внешнем, социально-политическом и культурном смысле отстаем и догоняем. Но мы большие, самые большие. У нас самая правильная вера. Даже те византийцы, которые эту веру нам передали, от нее отпали. У нас особое предназначение в истории. Таинственное. То самое сказание о невидимом гравитите. Да, оно вербализуется в мифологеме «Москва, Третий Рим». И первоначально эта мифологема особой избранности России имела такое эсхатологическое значение. Эсхатологическое. А вот, ну, как вот старец Филофей его
Мало кто знает, что параллельно формировалась и другая мифологема «Русь – Новый Израиль». Ну, здесь надо понимать церковный контекст, что Израиль не в том смысле, что тут все как бы евреи будут править, так сказать, миром через Россию, а в том же смысле, что церковь – Новый Израиль. Здесь, посмотрите, Россия становится на место кого? Церкви. Да? Такая, ну, некоторый такой соблазн. Не церковь – Новый Израиль, а Русь – Новый Израиль. То есть мы претендуем на особую избранность во всемирной истории. Знаете, очень такой сильный поворот сделал Петр Великий, когда он создавал свою идеологию имперскую. Фактически он ведь тоже в рамках этой мифологемы «Москва, Третий Рим» мыслил. Вот мы в Петербурге находимся. Петр основал его в день Святой Троицы. Так подгадал просто, вот заложили. Да вот тогда была Святая Троица. И назвал его в честь апостола Петра. Рим. Какой Рим? Здесь Рим давлеет над Иерусалимом в концепции Петра Великого. Государство втягивает в себя и общество, и церковь. Церковь становится элементом государственной идеологии. Предполагается, что это какой-то особый совершенно проект. Церковь становится подчиненной. И тем самым через эту новую модель мы войдем во всемирную историю и вошли, догоним и перегоним остальной мир, но не перегнали, но отставание сократилось. Вы посмотрите, и где же это слабое звено, говорит нам Ленин? Здесь, в России. Пролетариат у нас был микроскопический. Страна в целом не очень грамотная, скажем так. Крестьянская страна. Буржуазия, которая должна делать эту революцию, слабая, трусливая, как говорил Ленин. Ну, прямо как вот мы смотрим, она все заискивает перед самодержавием и, так сказать, вот теми феодалами, которые власть имущие. Ну, как будто 100 лет и не прошло. Вот у нас все смотрим на это же. Здесь произойдет эта самая революция. Мы покажем миру вот этот свет истины, догоним и перегоним, и, собственно говоря, это уже не это, если эсхатология, то эсхатология старого капиталистического эксплуататорского мира. А Россия – это путь в светлое будущее через жертвы, но, собственно говоря, бери свой крест и следуй за мною. Да? Кто захочет душу свою сберечь в старом капиталистическом укладе, тот потеряет ее. А кто отдаст ее на дело социалистической революции, тот в лице своих потомков, поскольку вечности нет, он обретет вот это вот светлое будущее. И я думаю, что вот эти идеи особой избранности России, они не придумки там отдельных там царей, иноков и философов. Что-то глубоко внутри русской души, вот этой большой женщины под названием Россия, которую почему-то не признают там так и так, что-то в этом есть. Ленин это очень хорошо как бы затронул. И надо сказать, что он не просто затронул, сыграл на сторону, он свою партию предложил в этом аспекте. И это тоже партия в определенном смысле уникальная. Я имею в виду композиторскую партию. Посмотрите, ведь начиная с того, как русская церковь, а мы уже знаем, что религия всегда идеологическую функцию осуществляет в культуре, стала обретать самостоятельность, она всегда была в очень тесной связке с государством. Ну, это византийская модель, которую мы называем симфонией, император – внешний епископ церкви. После Петра Алексеевича, а он лишь формализовал то дело, которое начал его папа Алексей Михайлович Тишайший, уже ни о какой симфонии речи и не шло. Церковь – элемент государственной структуры. При этом само государство является каким? Христианским, православным государством. На самом деле это было и при Рюриковичах еще. Вот эта тенденция, она обозначилась, но не так ясно, как при Романовых. Церковь там вот внутри, возникает некоторый симбиоз. А что происходит при Ленине?
на место церкви приходит партия. Она возглавляет идейно вот это вот новое движение. Об этом, кстати, не только религиозные авторы писали, ну, вот известно, Франк, Бердяев, и авторы секулярные, например, Исайя Берлин писал о том, что Маркс создавал свой интернационал как антицерковь. Но что происходит при Ленине? Именно вот эта церковь или антицерковь, она начинает руководить государством. Ну, во многих говорят, что русское, советское государство – это такая... И партия – это не государство в классическом смысле этого слова западном, и, ну, даже не только западном. И это не партия, опять-таки, в смысле западных партий. Это партия государства. Но за этим партией и государством стоит смычка государство-церковь. Только роли поменялись. Уже не государство руководит церковью идеологией, а церковь в лице коммунистической партии руководит государством. Этого в России никогда не было. Но, может быть, церковь об этом мечтала где-то в глубине души своей. Ну, если... Вспомним Алексея Михайловича и патриарха Никона. О чем был спор? Кто солнце, кто луна? Да. И вот такой известный философ, как Шеллинг, когда он говорил о трех ветвях христианства и возводил их к трем апостолам, ну и в частности православие к апостолу Иоанну. Мы знаем это по Соловьеву, но у Шеллинга... Матрица у Шеллинга, у Соловьев дает свою интерпретацию. И если Соловьев говорил, что вот русская православная церковь – это и есть, ну вот церковь Иоанна, то Шеллинг говорил, нет, русская православная церковь – это такая недоразвитая церковь Петра, ну и вообще византийская, недоразвитая. То есть то, что получилось у католиков, то есть захватить власть, у них просто не получилось. Они хотели, но у них не получилось. А церковь Иоанна, она, так сказать, вот грядущая какая-то. Вот, может быть, в ленинской вот этой концепции партии и государства, партия над государством стоит, и, собственно, так продержалась долгое время. Новая реализация вот этой мифологемы «Москва, Третий Рим». Ну, когда новое что-то приходит, оно может победить на какое-то короткое время. Поэтому, мне кажется, Ленина нельзя рассматривать как какую-то, ну, шпионскую фигуру или просто... Я думаю, что это в определенном смысле политический гений, но многие гении действуют полубессознательно, ну, стихийно, скажем так. Вряд ли, может быть, он даже сам понимал, что он делает в каких-то вот таких духовных вопросах. Ну вот если возвращаться к идее о том, что советская система воплотила некоторые духовные установки, которые не были реализованы в предыдущую эпоху, получается так, что, ну, вот идея справедливости, ну, это хорошая которая идея. Для русского общества очень важна. Очень важна. Она не была реализована вот в предыдущую эпоху, потому что была жажда по этой справедливости. Бесспорно. И на этом как раз большевики и сыграли. Ну, конечно, если бы... Тут есть некое такое фундаментальное противоречие. Мы говорим, что вот у нас была православная страна, а, ну, в ней было много несправедливости. И это вообще такой фундаментальный изъян любой теократии. Любой. Ну, было реализовано. Кроме того, у наше сознание коллективистским же является. На каком-то полюсе духовном вот Хомяков придумал или ввел в оборот идею соборности. Но если примитивизировать идею соборности, получится коллектив. И Ленин в этом смысле, он пошел по пути примитивизации. Ленин, и в этом смысле многие люди его поддержали. И опять-таки он затронул какие-то вот глубокие такие струны в душе, ну, русского народа. И в этом плане, я думаю, все-таки он русский человек. Часто вот, ну, говорят, что там разная кровь в нем, и какая-то там чуть ли не монгольская, какая-то доля еврейской крови. Ну и что? Это же вообще характерно для России, для российской цивилизации. Вот наш знаменитый философ Данилевский, когда он, ну, поездил по России, он говорит, что, ну, русский народ – это не то чтобы шапка, под которой там много всяких этносов переварилось, но это действительно некий такой плавильный котел, в котором благодаря нашей вот православно-христианской основе, благодаря русскому языку мы смогли переплавить очень много этносов. Ну, примерно, как, в общем, во всех империях. Как это в Америке вот произошло,
Там же тоже много этносов. То есть другой вопрос, сможем, все ли этносы может переплавить этот котел? Это такой вопрос довольно спорный. И то, что в Ленине на этническом уровне разные какие-то есть установки, это да. И в то же время он действует как русский человек и даже как наследник русской государственности. Наследник, ну, например, Петра Великого, который тоже с помощью государственных декретов пытался реорганизовывать вот, страну. Ему многое удалось. Ну и Ленину ведь, и его последователям тоже много удалось. Все-таки мы построили вторую в мире цивилизацию благодаря вот этому импульсу. Мы создали науку, создали систему образования мощнейшую. Некое понижение культурного уровня, элитного, да, произошло. Ну да, духовное снижение, но это же история. В чем-то выигрываем, в чем-то проигрываем. А еще вот при всей парадигмальности фигуры Ленина, ведь если на него посмотреть, он, да, выглядит совершенно не как масштабная личность, а наоборот, как маленький человек Достоевского. Может быть, и вот эта нота сыграла для русского общества? Ну, в каком смысле маленький? Маленький человек Достоевского, который добирается, начинает делать какие-то... Который выступает за справедливость. То есть он, да, говорит с миром не как лидер, да, не как представитель элиты или мощного чего-то, а он вот, да, такого небольшого роста человечек... Ну, на это внимание многие обращали, что, ну, такой, может, это психоаналитический подход, что комплекс власти, неудовлетворенность, маленький рост, вот они как Наполеон стремится там к чему-то. Я скорее немножко о другом, что неважно, что играло в нем внутри, но как он считывался другими людьми, что это не Петр Великий, да, вот эта мощная, красивая фигура, император, а это вот Владимир Ульянов. Ну, вы знаете, и да, и нет. Петр Великий тоже не был такого большого роста, как его сейчас рисуют. Ну, для своего времени, да, был большого роста, таким долговязым был. В части миф, что простой, да, самый человечный человек, да, что называется. Ну, был вот этот компонент, да, простоты в нем, нельзя его отрицать. И вот интересно, последний император Николай II, тоже же ведь говорят о нем, да, о его человечности, но Россия-то среагировала на человечность другого формата. Ну, был этот момент, да, не будем спорить, но тут, понимаете, мне кажется, еще есть один очень важный момент в фигуре Ленина. Вот это та вот тема «Партия государства». Если мы посмотрим вот раннюю, особенно раннюю советскую поэзию, она, конечно, и позже вот как бы осталась. Ленин вписался, мы увидим одну очень интересную вещь сейчас, это известно только вот, ну, узкому кругу исследователей, причем тех исследователей, которые, ну, имеют определенную, ну, религиозную, идеологическую установку, они могут это понять. Ленин в определенном смысле заменил с собой Спасителя, заместил эту фигуру, ну, Иисуса Христа. Собственно говоря, он же и лежит, ну, до сих пор в мавзолее. Там, да? Трагически погиб. Ну вот, да, вот так вот все, пожертвовал своей жизнью, отдал жизнь на благо. Заменил полностью. Это так, феномен вторичной сакрализации. Отсюда и создан вот этот миф о Ленине как о человеке, ну, не просто хорошем, а святом отчасти. И очень интересный такой вот, вот какой момент. С одной стороны, это мировой тренд, о котором нужно говорить отдельно, когда идеологии, которые сначала вытеснили религии из сердца культурной жизни на периферию, потом становятся квазирелигиями, они начинают исполнять их функцию. Вот это как раз в России произошло, и Ленин во главе этого движения оказался. Он подхватил, и в этом смысле он, конечно, больше подходил на роль религиозного лидера, ну, чем Троцкий или там, другие люди. А с другой стороны, в нашей вот получалось, ну, якобы православной такой стране, ну,
якобы действительно православной религиозной стране, это оказалось принято. Ленин действительно в каком-то смысле подменил собой Христа. Он спасителем стал человечества. И что интересно, это ведь не только произошло в России. Да? Ну, малоизвестен факт, что в годы жесточайших гонений на русскую православную церковь, инициированных Лениным, при нем и начались, например, в странах католической Европы, там Испания, Италия, были очень популярные образки с изображением Ленина, освященные в католических храмах. Да, это малый, но... Какие кульбиты истории. Кульбиты истории. Ну, конечно, эти, понятно, они не знали ничего там о том, что реально происходило в России, не было интернета. И, ну, наверное, коммунистические партии по-своему все это подавали. Левая интеллигенция, она, в общем, приняла ведь революцию как раз вот в этих вот странах, которые были под сильным католическим влиянием. Испания, Франция, Италия. Но Ленин выступал как некий такой тоже заместитель. Вот то, что он за народ, он против буржуинов. Но то, что для этого придется пожертвовать самим христианством, мало кто знал. То есть некий миф о том, что вот этот человек озаряет путь угнетенному, трудящемуся человечеству к светлому будущему. По большому счету, это попытка заместить собой фигуру Спасителя. И вот то, что вот как-то это все сошлось, и Москва, Третий Рим в особой редакции, и слабое звено, и очень много русского, и вот в том, что намешано много кровей, и в том, что справедливость должна восторжествовать, и в том, что некоторое такое упрощенчество действует, презрение к теории. Да? Ну вот, часто это ж вот, даже вот мы смотрим, например, даже в практике вот православной церкви. Люди, не знающие догматов, ничего, но они духовные. А почему они духовные? Они практикующие духовные. Практика первичнее теории. Кто вот читал произведения Ленина, это же везде прослеживается, да? Практика критерий истины. Ну, с философской точки зрения, такое глупое, в каком-то бездоказательное утверждение. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Потому что оно верное, оно на вере построено. Вот. Я думаю, что вот здесь такие кульбиты, связанные именно с определенной мешаниной на духовном уровне, они и позволили Ленину стать всемирной исторической личностью. И дело, конечно, не в шпионских скандалах, дело не только в деньгах немецкого генерального штаба или американских банкиров, а дело все-таки вот в таких духовных вещах. И о них, мне кажется, и надо в первую очередь думать, и не представлять Ленина ни убийцей, ни немецким шпионом, хотя руки в крови, что называется, по локоть, как и у большинства исторических деятелей, и большинство политиков влезает в разные интриги. Но если бы не было вот этих вот духовных, назовем их культурологическими изменений и трансформаций, история бы его не избрала. Но и он ее сам избрал. Это взаимные такие притяжение. Сколь история избирает великого человека, столь и человек двигается в рамках истории. Еще раз хочу сказать, что все-таки мы должны рассматривать Ленина как политического гения. Другое дело, что попробую усомниться в том тезисе, который Александр Сергеевич Пушкин вложил в уста Моцарта, что гений и злодейство – это вещи несовместные. Да, вот вспоминаются слова, фраза из воспоминаний одного из тоже деятелей революции, умеренного крыла, Александра Николаевича Потресова. «Злодейский гений Ленина». Я думаю, что тут вот, наверное, в данном случае Александр Николаевич как бы получше, чем Александр Сергеевич сказал. Но мы не должны забывать, что все-таки Александр Сергеевич – это не его слова, он вкладывает это, как и Достоевский в уста героев, он вкладывает это в слова Моцарта.
Моцарт писал гениальную музыку, но он мог ошибаться в мировоззренческих вопросах, как это часто бывает с художественно одаренными натурами.